сюда, давай познакомимся. Будем знакомиться. Меня Франклин зовут. А тебя? Меня Франклин зовут. Я только что выиграл гонку. Ты мне только что поцелуйчики шли. О, господи, нет. Это что такое за... О, что за крокодил? Что за крокодил? Блин, еще дождина началась. Ну, на хрен с ней. Всем хай, это домашний канал Валерки, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5. Окей, мы с вами типа спрятали, короче, машину. Ну, типа спрятали, короче, полицейскую машину, и теперь можно перейти за Франклина. Да, переходим за Франклина и посмотрим, чем он занимается, и там есть одно задание. Я так полагаю, задание там, помните? Иди сюда, Игер. Только в полицию сперва звякни, пусть пришлют мешки для трупов. Не связывайся, куришь, иди домой. Сейчас пришковариваю этих сучат, а потом засну, как убитый. Окей. Ясно, понятно. Прям смотри, бицуха накачана прям. Просто вот. Такой просто мачо. Вы говорили, короче, что не беспокойся, шляпа вернется. Шляпа сказала, пока не буду я возвращаться. Вот. Эй, друган, тебя подвезти? Тебя подвезти ли ты пешочком? Садись, прыгай. Нет? Не хочешь, что ли? А че так? Пешочком пройдешься? Дух Апачи тебя зовет подышать свежим воздухом. Окей. Так вот, и говорили то, что не беспокойся, волосы у Франклина вырастут. Я, кстати, думал об этом, сделать ему причесон, но, наверное, не буду. Мы сделаем причесон, наверное, этому Майклу. Вот, Майклу сделаем причесон. Так, давайте посмотрим, что у нас есть за задание. У нас есть гоночки, так что давайте первым делом сгоняем за тачкой и поедем на тачке за гонками. Еще вы говорили то, что... если покупать какой-то бизнес или что-то, то придется, короче, выполнять там какие-то задания. Вот. Но мы все-таки попробуем с вами это сделать. Только нужно денег подкопить, чтобы какой-то бизнес купить, потому что денег сейчас нет. Вот. Шляпу сними. Окей. Вот. Поэтому пока мы заморачиваться с бизнесом не будем. Вот, как появятся деньги, тогда можно будет что-нибудь купить. Окей, поехали. Сейчас мы сделаем очередную гонку. Займем очередное первое место. Тем более на своей тачке. Вот, наконец-то на своей тачке. Мы покажем всю ее мощь. Всю ее мощь, короче. Покажем. Так, окей. По прямой, да? В принципе, по прямой проехать. Главное сейчас, пока едем, не разбить ее. Херам собачьим. Херам чоповским. Окей. Хорошо. Сейчас приедем, сейчас всех сделаем. Погоди. Всех обруливаем, тачку мы не ломаем. Нам надо, короче, приехать, чтобы все сказали ах и ох о нашей тачке. Типа, ну ни хрена себе точило у этого чувака. Но по-любому тягаться с ним не будем, короче. Сразу отдаем ему призовые места и все. Вот, короче, мы прибыли на место. Теперь нужно... Я не знаю. А, во. Чтобы принять участие в уличной гонке, нажмите Е. Взнос за участие 500 баксов. Да. Говно вопрос. Сейчас мы вас сделали. Так, давай. Тетенька в валенках. Махай ручками, махай. Давай. Погнали. Ух ты, ни хрена себе рванул ты. Видал с места просто как? Видал, как я с места просто газанул, просто. Так, пошли вон. Все, я первый.
Я первый, мать его. А теперь можно не спеша. Так, погоди, не сюда. Вот сюда. Отлично. Мотопедки тут еще мешают, короче. Теперь можно не спеша ехать. Они, в принципе, наверное, и не догонят. Хотя нет, смотри, мне взад кто-то дышит. Так что стоит, наверное, поднажать немножко. Такс. Ну, здесь поворотик спокойненький такой. Без всяких заносов, без всяких там дрифтов, как это называется. Едем спокойно, аккуратно. Опа! Слышь? Свалил с дороги, слышь? Моя дорога. Это моя гонка. Я должен здесь победить. Так, а вот здесь вот... Вот так вот! Блин. Ну ладно, нормально, 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 нормально. Мы сейчас... войдем в колею. Все хорошо. Блин, а интересно, здесь можно ставить какую-нибудь закись, знаешь, азота, да, как в этом НФСах? Я знаю, можно тюнинговать машину. Мы это как бы уже смотрели. Ну, когда Аманде, по-моему, да, тачку делали. Вот. Только бабок нифига нет. Поэтому мы сильно там ничего не тюнинговали, ничего не разбирались. Как бабки появятся, мы испробуем все. Испробуем и тюнинг. Свою тачку, короче, затюнингуем. Майклу я не знаю, буду, не буду. Ему, в принципе, идет вот такая, знаешь, простая там, типа, уидишка такая. Вот. Это чисто как для него такой семьянин такой в этой... В отчаянии, знаешь, такой. Вот. А Франклину, в принципе, надо. Он, видишь, стрит-рейсер, ему надо, короче. Так, кто-то догоняет, меня. Стоп. Ай-я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 й
Ой-ой-ой, это было... Это было очень, очень погано. Свалил. Твою мать. Это было очень погано. Я так понимаю, здесь кругов нет, здесь чисто один круг, но он длинный. Так, 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 я второе место. Я второе место. Сейчас я... Надо догнать у того. Догнать чупашилу, короче, у того. Все, почти догнали. Почти догнали. Теперь главное это, чтобы финиш не появился. Блин, какая долгая гонка, да? Так, отлично. Я пропустил! Я все-таки пропустил! Твою мать! Твою мать! Я все-таки пропустил. Я все-таки пропустил контрольную точку. Значит, все-таки надо по ним приезжать. Надо по ним проезжать. Твою мать. Ну, повтор. Повтор, что делать? Повторим. А тачка-то, смотри, как была разбитая, так и осталась. В смысле? А почему у меня прошлая тачка восстановилась? А вот это не восстановилась. Какая-то срань непонятная. Нет, 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 нет! Твою мать! Ну, хоть они это не сильно от меня отстали, короче. Поэтому я смогу, наверное, их догнать. И, в принципе, гонка сама по себе длительная трасса. Я, в принципе, смогу их достать. Ну, мы попробуем. Мы, если сейчас вот не получится, да, то мы пока забьем хер. Вот. И уже попробуем потом пройти, когда тачку прокачаем. Это же тоже влияет. Это же тоже сила машины тоже влияет на гонки. Поэтому... Good night, чувак. Good night тебе, чувак. Так, отлично, отлично, отлично. Хорошо просто вошел. Хорошечно вошел. Да что это было-то сейчас? Во что я там врезался-то?
стена была, ну и чё, как бы... Надо, это, машина бы бочины бы там просто проскользила, а во что я там врезался, как в этот... как в стену там или... Об текстуру задел, застрял. Так, ладно, спокойно, аккуратно. Они, в принципе, отстали, спокойно, аккуратно едем. Без всяких... Без всяких там выеживаний. Типа... Финтов там и всего подобного. Едем спокойно. Едем спокойно, как будто мы никуда не спешим. Так, пошел вон. Видишь, здесь трейсер едет. Так. Отлично. Аккуратненько. Поворотик на тормозюхах. И здесь поворотик на тормозюхах. Все отлично. Скажите, тормоза придумали трусы? Ну, нет. Тормоза придумывали безопасные люди. Люди, которые следят за безопасностью за своей. А я слежу за своей безопасностью, поэтому и я буду пользоваться тормозами. А вы как хотите. Пошел вон! Твою мать. Так, 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 свалили, 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 свалили. Мне еще тут вас не хватало. Уроды. Они как вот специально, знаешь, вылетают просто... В тот момент, когда я еду. Они так смотрят. Валерон гонит. Пошел вон. Да твою мать, ну! Да чтоб тебя! Еще и перевернулся. Пипец, как ты меня подрезал-то. Уродец. Уродец он меня подрезал просто. Нечестно. Ну все, я теперь хрен догоню их. Все, мы снова просрали гонку. Ну, короче, я говорю, если мы сейчас просираем, то забиваем хер до того момента, как мы тачку сделаем, чтобы она с места всех сделала просто, и все. Сделала с места, и все, прощай. Все, пока всем. Хотя, есть такой шанс, что я сейчас всех выиграю. Отлично. Я обогнал, я снова первый. Я снова красавчик. Снова красавчик. Ушел вон с дороги. Говнюк. Так, мне взад кто-то дышит опять. Я прям чувствую его. Пошел вон. Я его затормозил. Я его затормозил с собой. Так, так, так. Нет, стой. Финишная прямая. Все, погнал, 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 погнал. Давай, 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 давай. Ну, вообще просто красава. Первое место, городской круг. Золото, мать его. Просто золото, мать его. Смотри, смотри. Смотри, завиляла сразу. Завиляла своим попсом. А можно ее как-нибудь... Оп, ни хрена, я там две... Две с чем? Сколько я там? Две 250, короче. Эй, девочка. А можно я? Прыгай, прыгай ко мне. Эй. Нет. Да прыгни ко мне, ну. Чё там? Ты мне там... Слышь? Слышь? Ты мне это... Спрыгай в машину. Нет? Ну, блин, взяла, убежала. Эй! Эй! Стой! Я хочу с тобой познакомиться. Видишь? Даже Фрэнклин говорит «Хей!» Эй! Ну, слышь, иди сюда. Иди сюда, давай познакомимся. Эй, в чем дело-то? Иди сюда, давай познакомимся. Будем знакомиться? Меня Франклин зовут. А тебя? Меня Франклин зовут. Я только что выиграл гонку. Ты мне только что поцелуйчики шли. О, господи, нет. Это что такое за... О, что за крокодил? Что за крокодил? Блин, еще дождина началась. Ладно, хрен с ней. Хрен с ней, кому-нибудь еще другого намучу. Вот. Так, окей. Смотри, у Франклина еще одно задание. Погоди. Давай перейдем на Майкла. Вот. И... На Майкла, да. Ему, он, в принципе, к Лестеру должен был отправиться. Почему Майкл дома? И почему он протирает штаны на... в кровать? Так.
Погоди. Надо поспать, наверное. В смысле? Я не могу поспать. Во. Надо поспать, короче, до утра. Авось погодка будет нормальная. Приодеться, короче, да, приодеваемся. И... Так, окей. Все, будильник прозвенел. Сколько там? А чё? В смысле, у тебя шлепки мокрые? Слышишь звук? А чё у тебя шлепки мокрые? Так, ладно. А сколько время? 10. Нормально, надо приодеться, короче. Или это ковер был мокрый? Так, куртки, смотри, куртки. Вот, про эту, наверное, куртку вы говорили, да? То, что это похоже на Макс Пейна будет. А, так, ладно, давай-ка. Погоди, а что за серая куртка? Не. Давай, наверное, вот эту курточку. Ну, не в этих штанах, правда. Эту куртку. Джинсы, наверное, да? Так, джинсы. Какой-то колхозник. Самому смешно. Да. Окей. И все, хорош. Погнали. Так. А ботинки-то? Не, ботинки-то можно другие какие-нибудь. Нет, есть. На самом деле джизл. Чё там на улице творится, ты слышишь? Надо быстро, короче, тапки одевать. Тапки одеть и побегать, и побежать, смотреть, что тут творится. Где у меня обувь? У меня нет обуви. У меня нет обуви. Прикол. Ладно, сам ты мадафакер. Так, ладно, с плеча вырубаем, короче, дверь. И выходим из дому. Охренеть погода, блин. А где моя машина? Моя машина там. А, стой. У меня же есть вот какая точила. Охренеть. Самая тема для Макс Пейна. Отлично. Просто шикарная тачка. Так, окей. Где тут поблизости есть... Парикмахерская, а потом к Лестеру. Сделаем Макс Пейна. Стой! Блин, я уже побил машину. Это плохо. Это очень плохо. Так, почти приехали. Стой. Погоди, вот здесь. Где-то здесь. Стой, вот здесь. Хорошо. Это же место, да? Да, парикмахерская, смотри, вот. Ну, чувак, сделай мне. Слушай, я промолчу. Что это за чертило, блин? Так, ладно, окей, прическа. Давай-ка сделаем прическу, короче, что за дерево? О, чувак. Похож на зэка. Так. Нет. Вот. Что-то такое, да. Ну, нет. Не. Вот. Вот эта тема. Да. Ни хрена, он еще и сел на меня. Или что это? Как это? Как это он... Блять, больше не делай, так понятно? Так. У нас все-таки, наверное, дети смотрят. Так, окей, смотри, щетинку можно сделать, такую бородку. О, прям Мел Гибсон. Прям Мел Гибсон, слышь? Это ништяк. Блин, вот тема. Просто... У нас не Макс Пейн, а Мел Гибсон. Прям реально, да, похож? Смотри. Крутяк. Реально Мел Гибсон. Охрененный чувак. Так, ладно. Все хорош, спасибо. Увидимся, да, увидимся. Нормуль такой. Прям просто вот. Майклу просто идет эта тема. Так, окей. Погнали, короче, к Лестеру. Лестер. Погоди, правильно. Да войди ты в карту-то. Вот так. Лестер. Все, отлично. Погнали к Лестеру. Ай. Ай. Блин, дорога скользкая. Прям скользкая дорога. Прям скользкая дорога. Кто включил дождь вообще? Если выбить у бронированного фургона дверь или уничтожить его, вы сможете добраться до перевозимых денег. Да ладно. А, типа инкассаторов можно грабить? Прикольно.
Но пока не буду этим заниматься. У нас есть цель, и мы... И мы едем за своей целью, короче. Блин, а что за просадки-то начались? Слишком много дохера всего. И просадки какие-то начались, короче. Так, ладно. Прям даже машины неудобно управлять стало. Смотри, а что там за тачка? Погоди. Нарисована точила какая-то. Не моя? Случаем. Вот здесь. На штрафстоянке какая-то вот тачка, короче. Прикинь. Нарисована. Или это просто... Или это значок штрафстоянки? Да твою мать, а! Вырубить дождь. У меня из-за него просадки. Так. Все, мы почти приехали. Куда? А, вон туда под мост, что ли? Окей, ладно. Вот сюда. Хорошо. Ну, можно и здесь припарковаться. Нормально. А что ты двери-то постоянно не закрываешь-то, а? В лифте родился, что ли? Или что? Так. Я же сказал, респектабельный вид. Иди переоденься. В смысле? Чтобы сейчас переоденеть строгий костюм у себя дома или в элитном магазине. За тебя время теряю. В смысле? Меня Лестер, короче, послал нахер. Это как? Это как, блин? Лестер послал меня нахер, типа, иди переоденься. Это нормально вообще, или что, или где? Так, ладно, хорош. У меня вроде есть бабки. Давай купим себе костюм. Маналы, короче, ехать до дома. Слишком далеко. Не, ну это, конечно, дичь просто. Он взял меня и послал, короче, иди. Иди приоденься, такой говорит. Почему моя куртка-то не это? Не нравится. Куртка самого Макс Пейна. Мэл Гибсон надел куртку Макс Пейна. В смысле ему не нравится? Он должен сказать: о, блин, Макс Пейн, мать... О, этот, Мэл Гибсон, ёкало мэне. Можно автограф. Да чё ты дверь-то не закрываешь постоянно? Ого, иди. Иди, сейчас возьму. Так, где тут костюмчики? Вот костюмчики, наверное, да? В смысле? В смысле? А где костюмы-то у вас? В смысле, я не могу ничего здесь взять? Поло. Нахрена мне поло? Мне нужны костюмы. Так, рубашки. Вот это почему я не могу выбрать? В смысле? Погоди. О, обувь. Нет, обувь нафиг. Че вы мне хотите сказать, мне ехать домой? Рубашки поло. Заткнись нахер. Заткнись ты там. Рубашки. Строгий костюм. Рубашки. Почему все рубашки-то одни? Вы что, только одними рубашками торгуете? Лучше костюмы, типа какие-то костюмы, короче, висят. Почему я их не могу выбрать? Что за бред-то? Говно у вас магазин. Говно. Говно, а не магазин. Так, ладно. Хорошо. Хорошо. Так, что у нас еще есть из одежды здесь? Блин. Такая же, наверное, забегаловка. Дисконт-магазин, короче. Нет. Дисконт-магазин, дисконт-магазин. В смысле? А это что? Вот это элитный тип магазин возле дома. Мне проще тогда домой съездить, я не знаю. Субурбан. Поехали в Субурбан съездим. Поехали. Видал, какие у него глушаки-то? Пипец просто. А чё у меня за просадки-то начались? Я вот этого не могу понять. Чё за бред-то? До этого всё нормально было.
До этого все нормально было. Что-то я не могу понять. Что за просадки? Короче, я не знаю, на видео будет ли заметно, не будет, короче, эти просадки, но у меня какие-то просадки жесткие. Непонятно, в чем дело. У меня, короче, до этого нормально все было. Вообще жесть. Так, ладно. Ну вот, Субурбан. Надеюсь, здесь будут у нас костюмы. Да уйди. Так, рубашки. Где костюмы? Эй, женщина. Что? А, да. Ничего не вышло, думаю, моя воображаемая гитара им не понравилась. Должно быть, это ужасно, искать начальную должность в вашем возрасте. Здесь могла бы найтись работа для вас, но они, в принципе, не берут никого старше 25. И людей с избыточным весом. А в своем будущем, я думаю, только с грустью и унынием. У вас есть дети? У меня сын и дочь. Немного младше вас. Им приходится труднее всего. Наше поколение намного обещало. Верно. Она типа со мной заигрывает, эй? Че, может тусанем? Может тусанем, не? Так, ладно. Че это? Куртки нет. Слушай, есть у тебя здесь пиджаки всякие... Джинсы. А что, здесь тоже нет, что ли? В смысле, жилетки. Пиджаки-то есть, есть пиджак. Шорты, без рукавки, толстовки, рубашки. Где рубашки? Мне строгий костюм нужен, нет? У вас нет? Куртки я даже не могу посмотреть. Чё, куртки я не могу посмотреть, что ли? Черная куртка. Рубашки. Тоже не то. Рубашки. Тоже не то. Блин. Ладно, бывай, короче. Мне нужен костюм. Мне нужен... костюм. Жесть. Просто тупо в поисках костюма, короче, мы с вами всю серию пробежали. Ладно. Так. Где у нас еще магазин есть? Я уже к дому подбираюсь. Поехали вот в этот магазин. Если нет, то поедем домой. Дома-то по-любому костюм есть. Дома-то по-любому будет костюм. Всех так жестко обрулил. Почему вот так вот нельзя, короче, в этих в гонках было проехать, да, всех пообруливать? Стой, поворот. Эй. Блин. Не, да свабака. Свабака. Не, как ее носит-то? Что-то мне уже надоела эта мотачка. Слишком быстро ее слишком носит. Надо будет взять свою Audi потом. Так, о! Вот здесь по-любому есть костюмы. Вот, спортивная одежда, нафига. О, костюм. Во! Другое дело, короче. Костюм... Ничего. 4900? Вы чё? В смысле 4900? Это все мои деньги почти. Ладно, чё, пускай будет. На последние деньги купил себе костюм, короче. А есть очки? Может, я сейчас еще и очечки куплю себе. А чё, нет очков? Погоди, а вот это чё? Опа, смотри. Опа, стоит тут. Чё, сама-то осёл? Так, ладно, костюмы смотри.
Блин, я мог быть белый, вот этот костюмчик тоже клевый. Черный, вот эта тема, смотри. Ну, блин, надо было сразу его убрать. Ладно, тоже нормально. Мой тоже сойдет. Спасибо. Или ты, она меня обозвала, я фиг знает. Короче, поехали к Лестеру. Кто там, чё мне? А может мне Хаммер взять? Может Хаммер взять, а? Чё-то мне поднадоело, короче, моя машина. Дай-ка я обменяю. Ну, давай газуй, газуй, хорош. О. И там пиликать перестань, короче, а то это... Привлекаешь внимание. Все, поехали. Да, Хаммер чисто коробка какая-то такая. Просто гроб. Просто гроб. Не. Чё-то не очень, да? Ну, может, типа, брутальный чувак. У нас должна быть большая машина. Пускай будет Хаммер. Вообще бы, знаешь, я какой-нибудь джипар бы себе взял, но как бы такой, знаешь, как полуспортивный какой-нибудь такой джип. Было бы прикольно. Так, забираю все равно он из комиссионки. Чего? Там, короче, кого-то грабанули. Ну ладно. Да блин! За карту засмотрелся. Нет, 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 нет. Не надо меня бить. Че он там пешком за мной бежит? Окей. Да чтоб тебя! Ты как, куда поворачиваешь-то? Видишь я? Видишь, у меня Хаммер. Не надо на Хаммер так вот ехать. Лоб в лоб. Хаммер там может и ничего и не быть. А вот... Ты можешь пострадать. Ну окей. Хорош там сигналить, блин. Зафанил. Все. Приехал. Ну если он меня сейчас выгонит, короче. Я ему жопу надеру. Я ему просто сразу с кулака в нос. Я не посмотрю, что он инвалид. Окей. Все нормально. И ночь. И утро. Короче, там столько времени просрали. Столько времени поднимался по лестнице, что ли? Швейная фабрика. Мне нужно было свое дело, которое не требовало бы от меня ничего, кроме чего-то там. Эй, слушай. Что у тебя? Священный Грааль. Федеральное хранилище. Они говорят, его невозможно ограбить. Пока еще ни разу не удавалось. Послушай, я как раз должен одному мексиканцу пару миллионов баксов, разнес в щепки дома у девчонки, так что мне не до шуток. Какому мексиканцу? Мадраса. Говорит, у него скверный характер. Но когда мы познакомились, он был весьма любезен. Ну так, что ты скажешь? Так, либо мы берем банк где-нибудь в глуши, либо магазин. Что выберешь? Ну, магазин обычно проще. Но мне нужно много денег. Ладно, значит, будем брать драгоценности. Поехали в Анджело. Купим обручальные кольца. И нам понадобится команда. Я могу позвать парочку. Старых знакомых уже нет. Моисей, как не смешно, пришел к Христу. А все те ирландские психи куда-то исчезли. Те ребята с юга их всех уложили. Был один парень из Восточной Европы. Одно время светился в Либерти-Сити, но... Нет, он залег на дно. Так, нам нужна банда. У тебя контакты Лос-Сантос есть? Люди есть, но слишком ненадежные. Придется выцепить других парней. Ну окей. О! И моя тачка появилась. Прям как по заказу. Окей. Магазин находится на Little Portal. Little Portal. Так, там что-то твои дружки из ФБР. Знаешь, что ты снова в деле? Друзья из ФБР? Не понял. Я тут почитал программу защиты свидетелей. Твои случаи не похожи ни на одну из них. Начнем с того, что они не сели свидетели особняки стоимостью нескольких миллионов в Rockwell Hills. Может, они решили, что это будет лучшим прикрытием? И мало кто из свидетелей ежемесячно переводит пятизначную сумму на счет конкретного агента ФБР.
Конечно, деньги ходят туда-сюда и отмываются разными способами, но след ведет к одному человеку. Деньги поступают, деньги уходят. Та же сумма каждый месяц. Агент Дэйв Нортон. Белый средних лет, разведен, непримечательная карьера, за исключением одного эпизода. Именно он уложил в перестрелке известного грабителя Майкла Тауни. Да, все, Лестер, ты меня восхищаешь. Слушай, поговорим об этом в другой раз, ладно? Возьми очки. У меня все в порядке со зрением. У них встроен фотоаппарат и рация. Я буду руководить операцией из машины, а ты в магазине добудешь то, что нам нужно. Окей. Типа сейчас мы занимаемся слежкой, что ли? Будем заниматься слежкой? Наверное, скорее всего. Так, спокойненько поворачивай. О, чувак, извини за коленку. Ты живой? А, все, бегает, хорошо. Так. Аккуратненько. Никого не задеваем. Хорошо. Блин, у меня теперь кровавое пятно на машине. Че за дичь? Стой. Стой, не надо. Не надо мне тут вот этого. Блин, ну что за просадки? Меня вот это напрягает. Надо будет, короче, как-то решить эту проблему. Что-то просадочки жесткие. Так, за работу. Направляйтесь в ювелирный магазин. Окей, где у нас ювелирный магазин? Он здесь. Так, а что у нас с очками? Как ботаник, блин. Нажмите Е, чтобы включить скрытую камеру. Сделай фото, перемещение, масштаб. Выйти из режима. А, понятно. Я понял. Так, а, не сюда, что ли? Ломлюсь куда-то, вообще непонятно куда. А, стой. Вообще где-то... Ты меня слышишь? Ого. Так, нам нужно фотки системы безопасности, сигнализация, вентиляция, камеры. Окей. Как скажешь. Ты у нас тут босс. Прям спасибо. Консоль сигнализации на стене слева от входа, рядом с дверью. Сигнализация, вентиляционные шахты и камеры. Давай, делай снимки. Так, очки работают, фоткой. Так, вентиляция, вон, камера слежения, я вижу. Снимок прошел, камера есть, сигнализация есть, а вентиляция есть. Так, погоди. Это я еще сфоткаю. Здесь я сфоткаю. Где еще у нас тут камера есть? Ну, наверное, давай вот так вот еще. Вон, еще вентиляция. Ну, нормуль. Ладно, что там, поговорить с продавщицей надо? Давай поговорим. Эй, красавица. Мне нужно выбрать кое-что для своей второй половинки. Ну, то есть для одной из них. Сэр, мы непременно для вас что-нибудь подберем. Расскажите о ней. Какие у нее вкусы? Она любит... Что-то там... Будет не моей жене. Не знаю. Не хочу много тратить. Может, 10 кусков? Наши кольца стоят от 8, кулоны от 12. Хорошо. А эти штуки, точнее, хорошо, или я просто плачу за логотип Анжелика? О, нет. Наши камни идеальной чистоты. Золото, платина 950, все самое лучшее. Ладно. Ну, кажется, вы меня уговорили. Малышка, я сейчас все посмотрю, подумаю, и тогда тебе скажу. Никуда не уходи. Понимаю. Окей, спасибо, сэр. Точно. Возвращайся ко мне. Да ты, блин, ловелас. Ты, мать его, ловелас. Спасибо. А чё на меня так косишься? Приятно провести день. Как робот. Приятно провести день. Приятно. Ну, все пучком? Почти, нужно забраться на крышу, посмотреть, где выходит наружу трубы вентиляции. Давай, Майкл, быстрее. Так, на крышу? Где я там заберусь ему на крышу? Как я ему заберусь на крышу? Погоди. Да что не бежим-то? Че ты пешочком-то идешь? Задрал. В смысле? А че пешком? Во, ускорился. Пешочком. Еще немного, ты провалишь все дело. В смысле я провалю все дело? А, в машину надо. Он сказал же на крышу. Да куда ты бежишь-то? Ты же за рулем. Прокати нас вокруг квартала и подумаем, как найти, типа, залезть на крышу. Окей, вокруг квартала, погнали.
Поехали. Вокруг квартальчика. Оп. Все, приехали. Смотри, вон там стройка. Раз они выносят всю начинку, возможно, получится выйти на крышу. Залезть на крышу. Сейчас залезем на крышу, окей. Так, стройка у нас здесь. Поддерживаешься со старой командой после твоей смерти или исчезновения, как угодно. Нас ничего не связывало. Ты видел его после того случая? Я видел лестницу, попробую забраться по ней. Я какое-то время приглядывал за ним, должен был убедиться, что он не обвиняет меня. И куда он делся? На север, юг, восток, запад, в любой город, где можно разносить дребезги, винные лавки, похищать автостраховщиков. Где его закопали? Закопали? Не слышал об этом. Вероятно, похоронили, как неопознанного. Или чего ты думаешь? Передоз? Пуля? Может, просто автомобильная катастрофа, верно? Я на крыше. Это он про кого? Так, используй очки, чтобы сделать снимок системы на крыше у Анджелика. Это прямо над магазином. Поднимитесь на возвышенность и сделайте фотографии. На возвышенность. Окей. Так, возвышенность. Типа нужно найти, короче, самую высокую точку. Неопознанные обугленные останки на автостраде. Знали бы они, что это за псих. Что-то я не понимаю, про кого он говорит. Кого-то закопали, кого-то там что-то не нашли, так, баллончики. Окей, куда идти-то? Я достал снимок со спутника, похоже, что самая высокая точка находится на северо-западной стороне. Сделай снимок оттуда. Окей. Получил снимки со спутника, ни хрена себе. Эй, я вижу вентиляцию. Да, я вижу твою картинку. Повыше подняться сможешь? Так, подняться повыше, погоди, а здесь есть какая-нибудь лестница или что-то в этом роде? Погоди. Сюда, что ли? Правильно? Блин, вот этот значок еле видно, короче. Пипец. Куда вставать? Так, в очках. Вот эту вентиляцию сфоткать надо. Снимок прошел, с вентиляцией на крыше ты разобрался. Так, сойдет, возвращайся, пока тебя не заметили. Все будет сделано, окей. Сейчас возвращаюсь. Я возвращаюсь, все отлично. Короче, разведку, видимо, мы провели. Окей. Тут лестница же, да? Хорошо. Да куда ты тут лестница же? Паркурист хренов. Старый уже для паркура, блин. Аж... Кто там разговаривает? Так. Ага. Все отлично. Давай быстрее, нам нельзя привлекать внимание. Да куда ты все падаешь-то, блин? Ты как-то можешь по лестнице-то спускаться или нет? Во! То, блин, нашел тут, прыгает и прыгает, блин. Так, где выход? Где выход-то вообще? Чуть не... Вниз, что ли? Я по этой лестнице поднимался? Значит, поднимался. Окей. Все, поехали. Забирай свои очки. Да блин, Майкл, ты чё? Ты реально, что ли, в этом, в лифте родился? Чё ты... Или в метро? Двери что-то вообще перестал закрывать. Ни в одной машине, блин. Так, что там что-то удалось узнать? Никаких особых препятствий, да, вроде простой набор, камеры передают данные на удаленный сервер, их можно врубить на расстоянии. Охранник у двери не станет рисковать головой за богатых выродков, которые тычат ему в нос свои миллионы. Хорошо, сигнализация подключена к дверному замку, если ее грамотно взломают, у нас будет достаточно времени. Что еще? Ну, а самые ценные товары хранятся под стеклом в центре магазина УКАС. Я бы начал оттуда. Стекло не бронировано, это значит, что разбить его легко, но драгоценности на ночь запирают сейф. Значит, придется брать днем. Верно, после переплавки золота огранки камней прибыли. Верно. Да, плохо, что нельзя войти после закрытия. Вентиляция больно хороша. Можно попробовать и по-другому. Слушаю. Вернемся сразу. Расскажу. Насчет команды. Да. Меня тут выручил один парнишка, можно было взять его. Я не работаю с любителями. Он не любитель. Или любитель, но весьма одаренный, почти профи. Отличный парень, Лестер.
Ладно, как говорится, головой ответишь не первый раз, впрочем. Типа, подколол, да? Блин, я опять кого-то сбил. У меня до сих пор кетчуп на этой. Еще с прошлой коленки у меня кетчуп остался на капоте. Так, ладно. Все, приехали. О, Хаммер как стоял, так и стоит. Прям шикарно. Прям шикарно. А вот фотографии. Мои сотрудники работать умеют. Так, давай-ка я их разложу. Ха-ха, приятно видеть, что твои методы не изменились. Но надо же как-то понять, что мы делаем. Все, группы, роли, подготовка. Не хочу оставлять улики на жестком диске. Так что, да, методы не изменились. Это признак профессионализма. Что ж, зато я могу представить тебе что-то и расклад сил под... в этом я профессионал. А принятие решений? Твоя работа, друг мой. Итак. Итак. Я вижу два способа сделать это: элегантный или тупой и шумный. Помнишь вентиляционные шахты? Если мы будем умными, то закачаем усыпляющий газ в систему вентиляции. А затем вы чистите витрины. Конечно, придется раздобыть газ, но зато не потребуется тратить время на стрельбу, и вы успеете убраться. Ваше прикрытие службы дезинфекции, так что вы можете ходить в масках, но вам придется раздобыть фургон службы дезинфекции. Если выберешь этот тупой способ, то тебе понадобится... Мы не можем купить их, есть риск, что их отследят. Нет, нам нужно... Да что так быстро-то? Это очень-очень заковыристо, поскольку именно это оружие предпочитает спецназ ЛСБД. Его стоит поискать в полицейских фургонах. Хакер отключит видеокамеру, длительность отключения зависит от его способности. Время до отключения тревоги тоже зависит от него. Стратегия отхода в целом совпадает для обоих способов. Выбранный тобой водитель, конечно же, раздобудет несколько байков. Вы выходите из здания и уезжаете по новому тоннелю метро, который покопает под шоссе Дель Перо. Потом вы отрываетесь от копов и встречаетесь с грузовиком на Рекли Лайксатес. Ладно, отход обеспечит мой посол Франклин. Если ты за него ручаешься, я готов рискнуть. Окей. Так, ну что у тебя на уме? Вламываемся через главный вход или есть идея получше? Так, ладно. Есть громко, есть умно. Ограбление можно провести двумя способами. Скрытно или слеп. Я думаю, смотри, короче. Выбрать план, выбрать участников. Я думаю, короче, наверное, мы с вами поступим умно. Ну, смысл, да, там что-то... И в GTA и так полно вот этих перестрелок всяких, да? А мы с вами пойдем, короче, чисто умно. Да. Стало мне осторожнее на старости лет, хорошо. Так, выбирай подельников с учетом тактики. Как говорится, чем лучше кандидат, тем больше его доля. А теперь водитель. Он отвечает за байки и прохождение тоннеля. Так, Эдди. Вот меняется. Так, доля 14%. У него вождение такое, самообладание такое, выбор ТС... 8% всего, Дарин Кенс, Эдди Тоут. Смотри, у этого вождения, вот этого все хромает, выбор ТС, что-то транспортного средства у него хреновое, зато у этого, смотри, какие показатели, хорошие самообладания. Давай-ка я поставлю 14. Эдди Тоу, можешь рассчитывать на то, что он вас вытащит в случае чего. Так, пушки, мы хотим провернуть дело втихую, так что они погоды не сделают. Да. Пушки нам погоды не сделают, так что можно, короче, так, Густаво Мота, Норм Ричардс. Можно как бы не напираться, ну, не делать упор, короче, на этого. Так что ему 7% хватит этого чуваку. А, Норм, у него репутация дурачка, но он может быть полезен. Так, хакер, на дело с нами не пойдет, но чем лучше он сработает, тем больше у нас будет времени внутри. Так. Вот это уже... Этот парень, Рики, я познакомился с ним в офисе Life Thunder. Неопытный, но приличный. Так, погоди, смотри. Вот этот хакер вообще профи, да, походу? Этот средненький. Давай вот этого возьмем. Он все-таки просил, типа, работа, если подвернется, то... Давай попробуем его. Ты уверен точно? Да. Отлично, я займусь фургоном, служу дезинфекцией и усыпляющим газом, потом свяжусь с вами. Ах, да, хорошо.
Я вызову тебя, когда все будет хорошо. Тебе нужно будет переподняться, что-то как... Моя репутация уже не котируется. Майкл, ты же мертвец. Я тебе позвоню. Окей, ладно. Так, участники ограблений у нас, короче... разблокированы. По мере прохождения сюжетной линии игры в режиме режиссера, редактора... Понятно, это уже несколько раз оно появлялось. Так, пятно так и не исчезло. Окей, так, Франклину звоним. Ладно. Эй, как дела? Привет, это я, Майкл. Что, стряслось? Слушай, мне нужны деньги, чтобы заплатить за дом, который мы разнесли. И я набираю людей для сам знаешь чего. Денег будет мало, дело будет рискованное, зато ты сможешь кое-чему научиться. Да, это не самое лучшее приложение работы на моей памяти, но надо с чего-то начинать. Вот именно. Может, когда-нибудь ты и сам будешь предлагать новичкам работу. В общем, мне еще надо все как следует подготовить, так что пока подожди. Мой приятель Лестер свяжется с тобой и расскажет, что да как. Все, отлично. Франклину все рассказали, все показали. Окей, и, наверное, будем на этом заканчивать, дорогие друзья. Вот. К следующему видосу я попробую, короче, решить проблему с этими просадками. Что-то мне вот не нравится. Я не знаю, будет ли видно, короче, на видосе, но у меня что-то жестко как-то проседает игра. FPS что-то прыгает туда-сюда. Такого не было. Вот. Что-то у меня начало поджирать систему. Я попробую почистить и т.д. и т.п. Вот. Так что так. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, подписываемся на Твиттер, появился я в ТикТоке, еще туда подписываемся, вот ссылочки все оставлю под видео, ссылки на плейлист тоже будут под видео, и с вами был Валерий, всем пока!